Добрый день. Давно не выкладывал видео про свои изделия. Вот сегодня сделал один, это зажим для денег из кожи растительного дубления, производство Казахстан, Шымкент. Покрашено было краской от Фибингса, после это пропитано кремом, восковым кремом также от Фибингса, также пропитано норковым жиром. Прошит сидельным швом в стиле, в французском стиле. Шаг 3 мм, пробойники Грумикс, прошиты льняными нитями от Юфунг, коричневого цвета. Получился вот такое изделие, тонкое. Кожа толщина была 1-2 мм, но она была утончена до толщины 1 мм, местами даже в кармашках поменьше. Получилось вот такое изделие. Также крейзером куплен с Грумикс, обработаны все края, установлена бронзовая фурнитура, куплена с Алиэкспресс, она недорогая, около $1, урезы все обработаны, кожа она фактурная, как видите, с таким рисунком своеобразным. Думаю, получилось очень красивое изделие. Мне очень понравилось. Изначально даже не хотел работать с этой кожей. Думал, она низкого качества, но оказалось, даже из нее можно сделать очень неплохое изделие. Внутренняя сторона бахтарма, она как бы после утончения она и так короткая была. Я ее, как сказать, обработал немножко, уложил. Получилось вот такое бахтарма, сейчас покажу. Вот такая. Батарея садится. Вот шов вот такой с внутренней стороны. Видите? Состоит из отдела для купюр и для 4 карт. Ну, у нас вот такой красивый вид со двора, если смотреть. Это наш двор. Ну, спасибо за просмотр, подписывайтесь, еще буду выкладывать видео, как бы не было времени, в основном занимаюсь ремешками для часов, тоже буду скоро выкладывать их. Ну, до свидания.